Дело в том, что бессмысленно говорить о том, что будут новые выборы. У нас не существует в стране по существу политической жизни, политической борьбы. У людей нет возможности проявить свои политические амбиции, а у избирателей нет возможности разобраться в том, что происходит. Поэтому выборы у нас проходят, но они и в советское время проходили. Это, назвать это все настоящей политической жизнью и настоящим выявлением людей, которые бы отражали интересы населения и могли бы двинуть страну вперед, я бы не решился.